Депутаты Илтумен отклонили проект закона об организации автоперевозок в Якутии. Документ рассмотрел профильный комитет парламента. Проект закона направлен на организацию межрайонных автоперевозок пассажиров и багажа. В Якутии такие услуги востребованы, однако закона, регулирующего их, до сих пор нет. Перевозками занимаются частные лица без необходимых документов, а у ведомств отсутствуют полномочия по контролю за данной деятельностью. По словам исполняющей обязанности министра транспорта Якутии Лены Семеновой, принятие закона позволит сделать услуги перевозок более безопасными и поднимет уровень качества. Но парламентарии усомнились в целесообразности такого документа, поскольку в Якутии рынок автоперевозок в целом пока не развит, нет официально зарегистрированных маршрутов, обустроенных по всем требованиям парковок и стоянок, да и качество дорог оставляет желать лучшего. Много вопросов возникло и по поводу установления тарифов. В итоге члены комитета приняли решение рекомендовать законопроект к отклонению, сообщает информационное агентство «Якутия Медиа».